Как бы ни старались сайты вакансий фильтровать липовые объявления, такие нет-нет, да и случаются. Результатом вашего отклика на подобную липовую вакансию может быть то, что вас могут обмануть в первый же рабочий день. Причем схемы могут быть хитрыми и изощренными. Больше скажу, есть люди, которые сразу даже и не догадались, что стали жертвами аферистов. Меня заинтересовало одно видео от некого паренька Никиты Якушкина. Он утверждает, что в первый же рабочий день на первом же задании попал на крупный штраф. Давайте посмотрим. Всем привет, это мой третий блог молодого детектива. Как вы знаете, недавно я все-таки устроился в агентство. И уже на первом задании я облажался. Да не просто облажался, а очень сильно обосрался. Рассказываю. Я должен был поймать угонщиков. В итоге наоборот. У меня украли тачку. В итоге я влетел на штраф. 600 тысяч. Но это ладно, это еще не самое страшное. Самое страшное то, что эта банда, которая орудует у нас уже полгода в нашей области, в одном и том же районе, из-за нее погибла девушка. Вы представляете? Ребят, это так нельзя оставлять. Давайте, народ, соберемся и накажем этих скотин. С самого начала мне эта история показалась подозрительной. Допустим, что такая банда существует. Но то, что она работает на одном и том же маршруте, даже после того, как умер человек, я в такие совпадения не верю. Такие банды канули в лету еще в конце 90-х. Поэтому у меня есть мнение, что Никиту подставило само детективное агентство. Короче, я попросил, чтобы ребята разобрались в этом сложном деле. Посмотрим, что у них получится накопать. Они не супергерои, они обычные ребята. Просто они предпочитают действовать. Да ладно, что ты... Руки убрал! Спокойно! Отпусти девушку, быстро! Что нам надо? Да чтобы вы в тюрьму сели. Вячеслав Василевский. Боец, шестикратный чемпион мира. Бесстрашный, целеустремленный. Счастливый. Тогда, отлично. Дарья Рубинская, журналист. Ну давайте договоримся. Нет, мы не договоримся. Дерзкая, инициативная. Владимир Сарков, бывший морпех. У вас был выбор, на чьей стороне быть. Вы его сделали, поэтому отдыхайте. Жесткий, принципиальный. Вы паразиты, которые живут за счет людей. Мы объединились, чтобы вместе начать охоту на мошенников. Ой, спасибо вам большое. Удачи вам. Охота началась. Ребята, подключайтесь. Я приехал на встречу с Никитой Якушкиным. Слав, ты только там аккуратнее, а то парень-то думает, что ты пришел помогать ему искать угонщиков, а не мошенников. Не, ну... Просто Никита немножко не в том месте ищет. А вон и Никита. Около танка меня ждет. Вань, ты тогда побудь здесь, чтобы не пугать его камерами. Слава вызвался помочь Никите в деле расследования о банде угонщиков. То видео, которое прислал Влад, было взято из личного блога паренька. Вот туда-то мы и написали. Никита, здорово. Приветствую. Я Слава тебе звонил. Ага. Ну что, рассказывай, как ты? Да нормально. Вчера с ребятами патрулировали район, где у меня машину угнали. А что ты думаешь, что угонщики опять на это же место вернутся, что ли? Да, они по одной и той же схеме работают. Это уже вычислил давно. Как-то раз они у девушки одной машины угнали. Так там они ошиваются все время. А ты откуда знаешь про девушку? Да к нам муж ей приходил в агентство. Хотел найти гадов, которые украли машину у нее, из-за чего она умерла. В машине был ингалятор ее, а у нее случился приступ астмы от этого. Скончалась из-за этого. Она не дождалась помощи. Подождите, в какое агентство приходил муж? Директор там. Марк, может, слышал? Не слышал. Классный чувак. Вот хочу перед ним как-то исправиться, ситуацию загладить. Потому что из-за меня машину угнали. Да. Алло. А, да-да-да, вижу, да, иду. Подожди, Никит, кто это? Кто звонит? Да там пацаны нашли видео с похожими машинами как раз. Какие пацаны? Я в разные же группы выкладывал объявления, и вот вчера откликнулся парнишка. А ты же вроде сам хотел искать. Ну, сам-сам, а лишняя помощь не помешает. За вознаграждение? Да. Я все пытаюсь найти информацию,
об угонах в районе деревни. Вообще ничего. Это странно. История же резонансная. Банда угонщиков, которая орудует на трассе. Погибшая по их вине женщина. Где вот это вот все? Никаких сообщений в соцсетях. А пробей инфу на агентство. Оно вообще существует? Кстати, как вариант. Давай со всех сторон зайдем. Вон они стоят. Ну, пойдем познакомимся с ними. Никита. Леон. Жора. Никита. Здорово, пацаны. Здорово. Я Слава. Никите помогает. Ну, давайте вам так, для затравочки. Вот тачка раз. Вот вторая. Вот как раз, да. Это наша машина рабочая, а это вот как раз той женщины. Никитос, а ты этим помогаторам хотя бы про цвет машины рассказывал что-нибудь? И они сами догадались. Да, рассказал. Сказал. Что-то не устраивает? Слушай, ну ты посмотри на них. Думаешь, они что, и помочь тебе хотят? Они приехали бабок срубить с тебя по-легкому. Да, пацаны? Может, вы лучше видос покажете мне, а? 30 кассов. И смотри, сколько угодно. Да? Вот так, что ли? Ладно, ребят, давайте я прикину. Да хорош, посмотри на них. Каких 30 косарей? За что? Они баб не хотят взять и свалить. Никитос, ну ты чё? Это же сразу проходимцев видно. Если бы люди помочь хотели, они бы все деньги не брали. Тем более сразу. Даже никакой информации еще нет. Валите отсюда. Слышишь? Я сейчас здесь потушу. Понял? Мне как страшно. Опа! Кого ты потушишь? Слышь, ты плохо. Руки убрал отсюда. Ты пушила. Мы с миром. С миром. С миром. Ну это он зря. Заметь, чем все закончилось. Фотки по-любому фуфловые. Но если бы не Слава, Никита бы заплатил. Короче, сюда, слышите меня, два огрызка. Время у вас, час. Я вам даю шанс свою вину искупить. Сейчас поедете и привезете видео. А мы с Никитосом вот там в закусочной посидим, чайку попьем, пока вас подождем. Хорошо. Как поняли? Хорошо, постараемся. Все? Уже 58 минут. Пойдем, Никитос. Никитос, ну ты что, как будто тебе 5 лет, а? Ну видишь же, какие-то два вообще чепушилы подъехали. Слушай, а классно ты его. Ты как так? Ты кто такой вообще? Вячеслав Василевский, охотник. Офигеть, я думал, откуда я тебя видел? Блин! Так я ж вас по телевизору видел! Я как раз хотел стать детективом, потому что вас полюбил! Да? Да! А сам хочешь в кино сняться? Конечно! Ну, отлично! Смотри, здесь оператор. Ага. Вань, иди сюда. Познакомься, Иван. Здравствуйте, Никита. Это Никита. Короче, мы сейчас с тобой пойдем в закусочную, mm-hmm. сядем там, перекусим, mm-hmm. мы и пообщаемся. Что, пойдем, чайку попьем? Да. Пошел в мир. Следим. Даш, я нашел сайт дефективного агентства, где работал Никита. Значит, адресов и телефонов нет, связь только через электронную почту. Объявление о найме на работу они выставляли, но вакансия закрыта. А напиши им как клиент. Попробуем познакомиться лично с этой конторой. Ладно, напишу от себя лично. Всем привет, это мой третий блог молодого детектива. Я должен был поймать угонщиков. В итоге наоборот. У меня украли тачку. У меня есть мнение, что Никиту подставило само детективное агентство. Банда угонщиков, которая орудует на трассе. Погибшая по их вине женщина. Где вот это все? В какое агентство приходил муж? Директор там, Марк. Вот, тачка раз. Они приехали бабок срубить с тебя по-легкому. Кого ты потушишь? Слышь, ты плохо. Время у вас. Час. Сейчас поедете и привезете видео. Хотел, называется, пойти в детективы, а попал, называется... В просак. В просак. А офис вообще был у этой конторы? Да фиг его знает на самом деле. Как босс говорит, то, что они обычно просто в полях работают. Так, а поподробнее об этом дебютном дне в агентстве расскажи. Ну, к нам пришел мужчина лет 45, Борис зовут. Ага. И он пришел, потому что по вине угонщиков погибла его жена. Она остановилась на проезжей части и увидела, что у девушки сигналка работает. Вот она решила помочь.
Пока она помогала этой девушке, какой-то чувак в маске сел в ее машину и уехал. Подожди, Никитос, что-то у меня не клеится нифига в голове. Как муж мог прийти к вам и рассказать все эти подробности, когда его самого там не было, а жена умерла? Ну, как он нам сказал, она успела позвонить перед тем, как у нее случился приступ. Она сказала, как выглядит девушка, которой она пыталась помочь, и несколько цифр номеров ее машин. Потом уже стало плохо, и она скончалась, и поэтому Борис захотел найти этих уродов. Так, а почему он хотел найти? А как же полиция? Ну, он сказал, что подал заявление в полицию, и не только туда, везде, где только можно, во все инстанции, чтобы был больше шанс найти их. Вот обратился к нам, и мы сразу с моим напарником Ваней Дятловым погнали искать тех угонщиков. Так, а как вы тачки-то лишились? Да это вообще сюрпризно. Приехали мы туда, там стояла эта же девушка на том же месте, с той же машиной своей. О, какое совпадение. Да, мы с ним придумали план, что он будет находиться в нашей машине в багажнике. Угу. Если ее начнут угонять, он звонит в полицию. Тем временем я помогаю той девушке и должен схватить ее. Но все пошло через одно место. Она брызнула в меня баллончиком, до сих пор глаза болят. А Ванька, бедолага, когда звонил в полицию, спалился. Он его выпинул из машины и уехал. Что, сука, как в голливудском боевике все было? Да не то слово. Пошел героем, пришел неудачником. Там, походу, шаурма готова. Сейчас принесу. Кстати, нужно разобраться, вот этот младший сыщик Ваня, он мошенник или так, не при делах? Будем разбираться. Никитос, а как ты узнал, что рабочую тачку Иван потерял? Ну, после произошедшего, через час позвонил, в общем, Марк Евгеньевич, босс. Мы встретились втроем с Ваней. Он наорал нас и сказал, какие мы... Что, в принципе, и есть правда. По сути, мы просто подарили угонщикам рабочую тачку. Да, самокритично. Ну и, естественно, босс потребовал оплатить ее стоимость, да? Да, конечно, пришлось. Мы скинулись по 600 тысяч. Или, если мы найдем нашу машину, то он все вернет. Поэтому я пытаюсь найти этих тварей. В общем, Никитос, надежда у тебя умирает последней. Братан, как бы грустно не было, но тебя просто кинули. Вот это все одна связка. В том числе и твой Ваня. Да ну нет, Ваня нет. Он не да что нет? Ну сам подумай. Ну вот поставь себя на их место. Ну неужели они такие дебилы, да, чтобы брать и угонять тачку в одном и том же месте? Ты бы так сделал? Ну, нет. Ну нет. А они что, тупее тебя, что ли? Тем более, Никит, ну если, прикинь, по их вине умер человек. Ну здесь же уже прокуратура, то это совсем другой уровень преступления. Прикинь, ну человек умер. Ты мне скинь телефон хозяина этого детективного агентства, а потом всех их сотрудничков и вот пострадавшего этого Бориса. Бориса у меня нету, но остальных сейчас тебе скину. Давай, скинь остальных, да. Привет, Никита. Спасибо. Спасибо. Ну что, супергерои, рассказывайте, как успехи. Короче, один дяденька по доброте душевной из магазина с того места показал нам записи с камер видеонаблюдения. Там засветились две тачки. Дай глянуть. Марки и цвета совпадают. Ага. Так, это получается... 117. Это чья бэха? Да-да-да, это угонщица. Да. А Раф чей? Вот этот? Раф это наш. 17, это ваш рабочий, да? Да, это он, да. Так, вот этот видос скиньте Никитосу. Никитос, ты сразу мне. Ага, да, Слава, отлично, номера машин так, есть. Пацаны, ну что? Нашли мы ваших угонщиков. Может, нас теперь отблагодарите? Так, пацаны, что ты заговорил, да? Ну, только если шаурмой, братан. Я вас прощаю, и это лучшая для вас награда, так что газуйте. Да, ну, извините, вышло недоразумение. На душе-то хоть получше стало, да, что да. Помогли человеку? Да. Бескорыстно. Да. Да? Да. Ну вот, привыкайте. Давайте. Все, спасибо. Можем ехать. А, нет, тормозите. Вы такие, смотрю, энергичные. Ты подраться любишь тоже, да? Записывайте. Нет. Адрес
спортивного зала боксерского. Я там тренируюсь. Поедете, энергию скинете свою отрицательную. Давай. 6:41. Скажите, я отслал Василевского. Хорошо. Вас там примут, окей? Да, все, давайте. Душу. Спасибо. Удачи. Счастливо. Муж бойцами стал профессиональными. Охренеть, вот это ты их, конечно. Ну ладно, ладно, не кипятись. Никитос, ты должен понимать, что люди врут. И делают это очень часто. Ты еще парень молодой, не расстраивайся. Все ошибки совершают. А твари, которые тебя обманули, я их поймаю. Давай, я погнал. Доедай шаурму. Будем на связи. Угу. Спасибо огромное. Да пока не за что. Пойдем, ладно. Телефоны босса и подельника Вани левые. И это, в принципе, не удивительно. А вот это удивительно. Я пробила номера тачек, и машина угонщиков оформлена на какую-то Светлану Михайловну Фи. А рабочее авто на Марка Евгеньевича. Частного детектива. Правильно? Да. Вот. И что в этом удивительного? Ну, оформил мужик машину рабочую на себя. Удивительно, Володя, да, то, что Марк и Светлана прописаны в одной квартире. Вот это поворот. Улица, дом 29, корпус 1, квартира 36. То есть детектив, который разыскивает, живет вместе с угонщицей, которая ворует. Чудеса на виражах. Я, наверное, съезжу по этому адресу. Очень интересно. Это что-то новенькое. Ага. Зацепи что-нибудь с собой. Да рано еще, рано. Попозже. Куда попозже? Я весь день не ела. Уже на первом задании я облажался. Никиту подставило само детективное агентство. К нам пришел мужчина, Борис зовут. По вине угонщиков погибла его жена. Увидела, что у девушки сигналка работает. Вот она решила помочь. Мы сразу с моим напарником Ваней Дятловым погнали искать этих угонщиков. По сути, мы просто подарили угонщикам рабочую тачку. Машина угонщиков оформлена на какую-то Светлану Михайловну Фи. А рабочее авто на Марка Евгеньевича. Марк и Светлана прописаны в одной квартире. Я, наверное, съезжу по этому адресу. Очень интересно. Это что-то новенькое. Ага. Я на адресе, подключайтесь. А, хорошо, Володь, но мы пробили квартиру, и в ней два собственника. Один Филипп Васильевич, а второй Марк Евгеньевич. Тот самый шеф, которого мы ищем. И вот свою долю в квартире он приобрел в прошлом году. Так, а какая-нибудь еще недвижка на нем есть? Нет, как и на девице, которую он прописал. Ну, в общем, понятно, квартира – это единственная возможность выйти на шайку мошенников. Именно так. Что там Володя придумал, но будем надеяться, его план сработает. Да. Здравствуйте, я к Марку Евгеньевичу. Надо его фейс отправить Никите. А где его комната, не подскажете? Спасибо. Направление показали. Интересно. Ты же слышишь, это в телевизоре или в реальности? Ну, только у них в ванне стоит телек с батиными кассетами. Марка. Так, ну понятно, чем занимаются люди в свободное от работы время.
Так, ноутбук на столе. Открываем. Свет. Ну да. Свет, видишь? Что это значит? Да, блин, ну все что угодно. Может, напоминалка какая-то. Так, смотри, Никитос ответил. Он не знаком с этим мужиком, который дверь открывал. Окей. Володя, мужик, который открыл тебе дверь, скорее всего, второй собственник Филипп. Все, я в следующую комнату. Так. Приветствую. Ты Филипп? Ты успокойся. Ты Филипп? Стоп. Успокойся. Я понимаю, ты недоволен соседством Марка. Я могу сделать так, что Марк отсюда съедет. Ну вот и отлично. Скажи мне, кто такой Марк? А, извини, понял. Так, ладно, пиши. Так, ага. Твой брат-должник продал часть квартиры Марку. Володь, парень с девицей вышли из ванной и направляется к вам. А ну-ка, пойди-ка там отдохни. Да. О-о-о, потише, что, строитель, что ли? Хочешь присоединиться к строительству? Да не, ты что, родственничек, что ли? Ну, родственничек, и что? Короче, этот пацанчик не Марк, а младший сыщик Иван. А вот девицу Никита не опознал. Володь, перед тобой мошенник Иван. Зато я разговорчивая. Хоть и он не мой, да? Мужик. А теперь слушай меня внимательно. Михалыну знаешь? Михалыну. Ну, что-то припоминаю, ну. Молодец. Короче, я хочу участвовать в угонах вместе с вами. Договариваемся по-хорошему, соответственно, Михайловне никаких последствий не будет. Отказывайте, сливаю полиции. Конечно, не в моих правилах сливать конкурентов, но, как говорится, бизнес ничего личного. Тебе что надо? Брысь отсюда! Бегом! Все понял? Ага. Завтра приду знакомиться и желательно услышать ответ положительный. А сейчас сдрысну отсюда. И чтобы ваши охи-вздохи Филиппу не мешали, понятно? Повторюсь, ничего не бойся, мы тебя сможем защитить. Запиши ему номер телефона. Если что-то будет, какая-то информация или что-то случится, пиши. Понял меня? 977. Смело. Ну, шансов, что Володю возьмут в схему, мне кажется, их крайне мало. Володя-то хочет машины угонять, а у них афера. Другой бизнес. Ну да. Ну все. Давай. И ничего не бойся. База, прием. Да, Володь, мы на связи. Ну, короче, все пошло не по плану. Видели, Володь, что ты дал, так сказать, да, волю эмоциям и кулакам. Но ничего. В любом случае, следующий шаг за ними. А как уж они шагнут, мы будем, исходя из этого, действовать. Ну, в принципе, да. Хотя, с другой стороны, даже если они залягут на дно, у нас под колпаком младший сыщик. И через него есть вариант выйти на всю шайку. Абсолютно точно. Ну, добро. Тогда жду вас. Подтягивайтесь. Давай, газуем. Едем по метке Володи. Угонщиков. В итоге наоборот. У меня украли тачку. Никиту подставило само детективное агентство. Машина угонщиков оформлена на какую-то Светлану Михайловну. А рабочее авто на Марка Евгеньевича. Марк и Светлана прописаны в одной квартире. Открываем. Что это значит? Да, блин, ну все что угодно. Может, напоминалка какая-то. А ты что, родственничек, что ли? Ну, родственничек. И что? Короче, этот пацанчик не Марк, а младший сыщик Иван. Я хочу участвовать в угонах вместе с вами. Ох.
О, какой-то тип объявился. Угу. Сейчас этого типа сфоткаю и Никитосу отправлю на опознание. Нет, вставай! Вставай, спящая красавица! Давай, вставай, давай! Чего нахрен разлегся? Ты чего здесь вообще вчера делал, а? Какое время? Одевайся давай! Чего ты тут ночлежку устроил? Тут какой-то халатик он напялил. Ты чего, охренел? Он ведет себя как главный. Никитос написал. Это директор детективного агентства по имени Марк. Ну, раз это такая большая шишка, пойду с ним потолкую. Нужно. Какого хрена? Чё за девчонки? Наши на видео? Да наши, он приходил, значит, наши. Все, отлично. Кто он такой? Да я что, знаю биографию, что ли, давно? Откуда мне знать-то? Слушай, может, это не мой все устроил, а? Ну, пойдем к нему зайдем. Сходим, сходим, давай. Володь, давай поторопись. Короче, эти чуваки уже пошли к Филиппу разбираться. Чё, ну здрасте, говори, где вы мой, а? Чё он молоток схватил, не пойму. Дай его сюда. Дай сюда, ты сказал. Дай сюда молоток. Чё собрался, гвозди забивать или что? Скворечники? Твой страйк к скворцам. Пионер хренов. Мы ж с тобой вроде договаривались, что ты выкупишь долю брата. Ты вроде как не захотел, мы с тобой хотим по-мирному. Он человек чистоту соблюдает, все у тебя замечательно. Да ты там звонить собрался, а? Придурок. В милицию. Я же сказал, его не трогать. Не по-русски сказал, что ли? Мы ж ничего не делаем, чё ты? Мы просто зашли проверить, ты кто такой вообще, а? Тихо, 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 я его не трогал, не трогал, о! Плохо мою просьбу передал. Ты кто такой, мужик? Вставай! Цаца! Светлану Михайловну знаешь такую? Какую нахрен Светлану Михайловну? Рот закрыл свой побитый. Светлану, которая здесь прописана и тачки угоняет, а? Ничего не знаю, никакую Свету. Слышь, у меня охранная собственная. Сейчас, ну! Да, я не завидую Марку. Володя умеет найти подход к человеку. Ну, это же все-таки не человек, это же мошенник. Как с ним по-другому-то? Давай договоримся, а? Телефон свой оставь, ну, созвонимся. Я свяжусь с тобой потом. Смотри, а? Если я вам не нужен, я это сделаю. Не-не-не, оставь свой телефон, оставь. Мы все договоримся, смотри, все сделаем. Здесь телефон, завтра жду звонка. Да, хорошо, хорошо, давай. Все, хорошо, я позвоню. И запомните, пальцем его тронете. Мы его не трогаем вообще, мы просто побеседовать зашли. Помочь чего-нибудь. Помочь, помощнички хреновы. Пойдем. Иди, иди сюда, давай. Че за происходит? Не знаю. Слушай. Я не пойму, че это, кто это, че это за лысая башка пришла. Давай лысому заплатим, зачем нам еще это? Да тут не так-то все просто, это ты лысый, еще тот жук, видать. Мы так просто не отделаемся. Ты проект запустил? Да. По прошлому, когда оплата-то будет? Когда? Не знаю, как закончим, так и все сделаем. Квартиру, чтобы мне до кошачьего блеска выехал отсюда сегодня же, понял? Все приведи в порядок, помойка какая-то. Слушай, может, подкинешь меня, а? Куда тебя подкинуть? Стратосферу, что ли? Я на троллейбусе. Что за проект они обсуждают, интересно? Не знаю, может быть, еще детективное агентство открывают? Слушай, а помнишь стикер с надписью в ноуте? Может, там новое название агентства? Ну, как Варик. Я сейчас проверю. Я буду пока за Марком прослежу. Угу. Ребят, я его вижу, сажусь на хвост. Давай. О, Володя, я нашел сайт сыскного агентства, называется... Надпись на стикере, да? А работнички им нужны? Да, вакансию разместили утром, отправлю им свои резюме. Что думаешь? Думаю, что кофе остыл. Еще бы. Так, ну что, тогда пиши от имени мужчины. Потому что непонятно, берут ли девушку. Согласна. Надо действовать наверняка. Угу. Ну, а при встрече я свою кандидатуру как-нибудь аккуратно протолкну. Кто бы сомневался. Да. Все,
Молодой человек, вы выбрали что? Да-да-да, сейчас вот я освежитель еще хотел себе взять. Слава, мы пробили эту продавщицу, как ты просил. Никита ее узнал. Это подельница угонщиков. Подайте вот мне. Пробейте, пожалуйста. У меня эта карточка. Так, есть контакт? Да. Все, спасибо вам, всего хорошего. До свидания. До свидания. Так, сейчас надо найти ее тачку. Василий, Ваня, дашь мне 30-ку меньше. Пойди в спа. Сходи к дальнему косметологу. Под лечение. Я обещаю, волноваться абсолютно ни о чем не надо. Опачки. А вот и аппарат. Машина угонщица вот стоит, номера те же. Поставь на нее маячок и поторопись, потому что Марк уже готовится на выход. Все, жучок поставил на тачку. Что с новым местом? Ищем, пока все не там. Ну, сколько снежно покупать? Давай. А вот и наш пассажир вышел. Я за ним газую. Давай. Марк на тебе, а Володя уже едет в магазин и будет пасти продавщицу. Судя по разговору, она уже занимается новым местом. Слав, мне прям не верится, что Марк клюнул и все-таки позвал меня на собеседование. Ну ты, главное, смотри его, чтобы он не разозлился. Так-то он пацана вообще не знает. Ну что ж, придется его уламывать. Странное место, конечно, Марк выбрал для собеседования. Да ничего странного, это обычная схема аферистов. Короче, с того момента, как Володя пристанул этого Марка, прошло 2 дня. Ну и, конечно же, он не перезвонил. Но сейчас неожиданно ответил на резюме Даши и пригласил на собеседование. Но мы думаем, что это неспроста. Скорее всего, их подельник, продавщица из магазина запчастей, уже приметила место для развода. И они ищут жертву. Марк Евгеньевич? Ну да, пусть. Здрасте. Я Даша, я на собеседование. Какая Даша? Я немножко резюме приврала, конечно же. Ну, потому что боялась, что вы девушку не возьмете. Правильно боялась. Зачем мне девушка? Мне мужик нужен. Ну, подождите. Ну, вам же в любом случае нужен помощник, не так ли? Мне нужен мужик, а не баба, я же сказал. Ну, подождите. Ну, почему не работаете? Чего вы сразу мне отказываете? Слушай, отстань. Ну, дайте мне шанс. Ну, я вас прошу, ну, пожалуйста. Какой шанс? Я обожаю детективы, я хочу помогать людям. Это прям мое расследовать, понимаете? Но дайте мне шанс, пожалуйста. Нет, ну куда вы? Я сказал, с бабами не работаю. Ну дайте мне шанс. Ну что ты такой упрямый-то, а? Это какая-то дискриминация просто получается. По гендерному признаку, я не понимаю. Что тебе надо? Ну что вы мне так грубите? Ну что, вот сразу, неужели так сложно дать мне шанс? Сразу кричите на меня. Ну, шанс... Если ты так заговорила, ну что ж, ну ладно, давай попробуем. Водительское удостоверение есть? Да. Водить умеешь, хорошо? Да. Хорошо, давай тогда. У меня вот просто так в офисе никто не сидит. У меня все ребята в полях, все бегают, все как собой. Я готова, вы во мне не разочаруетесь, поверьте. Так, тогда... Вот тебе визиточка, на почту пришлёшь мне все документы. Хорошо. Ну, а вечером тебе приедет курьер, привезет тебе документы, подпишешь их, и, в принципе, все нормально. Хорошо, спасибо. Ну, все, договорились. А когда к работе приступать нужно? Ну, вечером я тебе позвоню, все узнаешь, хорошо? Ладно. До свидания, ну, спасибо. Всё, счастливо. Вы не пожалеете. Счастливо, счастливо. До свидания. Он пожалеет, что взял меня на работу. Очень скоро пожалеет. Короче, смотри, Володя написал сейчас, что угонщица с каким-то типом встретилась на проселочной дороге. Понятно, я на базу. Ага, походу, новое место для гидника подготавливают. Сейчас я этого мужика сфотаю и Никите отправлю. Может, он его по комплекции опознает. Это мужик такой крупный, запоминающийся типок. Слава, на связи? На связи. Ну что могу сказать? Место тихое, машин практически нет. Камеры где-то в километре отсюда.
Идеальное место для схемы. Короче, прикинь, мне Никита отписался, что мужик, с которым встретилась аферистка, якобы вдовец. Ну вот это якобы по вине угонщиков погибла его жена. Какие молодцы! Как там у Даши с собеседованием? Да у Даши тоже все четко, ее приняли. Ну ты давай тогда продолжай за ними наблюдать, ну и держи в курсе. Добро. Поэтому осталось дело за малым, только придумать, как их всех поймать. Ну и первое задание. Забери машину непонятно откуда. Вообще, конечно, они меня с этой таинственностью достали уже. Еще и ключи от тачки через курьера передали. Сюрприз не забыла, кстати? Я все взяла. Но это самое главное. Мы пасем место кедника. И продавщица, кстати, уже здесь. Привет. Привет. Я уже замерз, пока тебя ждал. Меня Ваня зовут. Очень приятно, Даша. А, слушай, ну а что ты? Я думала, сыщики теплее одеваются. Так-то вы в полях работаете все время. А сегодня ничего не планируется. Ну ладно. Хорошо. Сумка, здорово, что у тебя там? У меня тут всякие разные женские штучки. Ну, не надо, давай. Мало ли что там, ты же не знаешь. Так, куда едем? Едем на место, откуда угнали машину жены одного нашего клиента, Бориса Аркадьевича. Погнали по дороге, расскажу подробно. Они, скоты, даже имена и легенду не меняют. Ладно, давай посмотрим, что там. Света делает. О, а Света уже на финалите практически, да? Меняет номера на тачке. Ну что, к приему даже все готово. Так, мобильная группа пишет. Короче, главный тусуется у какой-то заброшки. Видимо, очередное собеседование проводит. Угу. Точку сбросили? Да, да, в общей папке. Ну все, тогда я поехал за ним. Давай, давай, Володь, газуй. А я пока Никитосу отпишусь, чтоб тоже подъехал. Точно. Чудовище. Принято. Даш, ну смотри, все угонщики в сборе. Ты бери на себя девицу, а я второго возьму. Ну, а Ваньку-то и брать не надо. Он сам себя обездвижит. Слушай, да это же она. Волосы те же. Да и номер сходится. Слушай, ну, только что делать будем? Надо в полицию звонить тогда? Да, какую полицию? Она же уйдет. Надо хватать ее. А как ты собираешься это делать? Ну, давай я в багажник. Ты в этот момент попробуй ее задержать. Я, если что, оттуда вызову полицию, когда ее поддельник будет в нашу тачку лезть. Так как я это сделаю? Я даже драться не умею. У меня не получится. Ты не бойся, я же рядом. Если что, ты же в багажнике. Ну, ты кричи. Ладно, хорошо. Попробуем так. Идиот.
Так, ну все, приехали. Пора их хлопать. Так, так, так. Здрасте. Здрасте. У вас что-то случилось? Вам помочь? Да. У меня машина не заводится. Да? Сама. А что случилось? Я сама не знаю, что это такое. Вот, кнопка. Я ее и так она запала. Ваня? 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 Ты что за... Твою мать! А, твою мать! Можешь помочь, уважаемый? А? Давай, помогу тебе. Что накипишь-то? Выпусти меня отсюда! Да ты там воздух не сотрясай, давай. Такой? Вот как раз-таки пригодились. Ты меня отсюда, какой ты Боров, здоровый. Сейчас познакомимся. Ну, так может ее прям вот поглубже нажать, и тогда можно ехать. Она как будто... Слушай, да? Прости, пожалуйста, ты ж подельника ждешь. Но, а он, ну, как бы не придет. Ну, машину угнать не получится, потому что там блокиратор педали стоит. Далеко собралась? Ну, давай. Че? Давай. Все. А ты боялась, видишь? Ты что творишь? Я же тебе все объяснила. Схеме вашей конец. Тупица. Это моя машина. Да я знаю, я тебя машину-то не забираю. Я тебя свяжу лучше, а то ты... Мужик. Боров здоровый. Так безопаснее будет. А что тогда ты делаешь, если ты ни при чем? Как ты тут оказался, а? Придурок. Опять вот это вот. Мы тут ни при чем, мы не виноваты. Все. Готов. Пригодились этот жгут, как он назывался-то, забыл. Автомобильный. Посмотри, какой поросенок крупненький. А где твоя подружка? Так она вон отдыхает в машине. Спит, что ли, а? Ну, чуть-чуть. Конечно, приехали. Что ты там двигаешь ногами, поросенок? Лежи спокойно. Всем привет. Здорово, Володь. Вылазь. Давай, давай, давай. Как челюсть, не болит? Ну давай, тут найдется местечко для тебя уютное. Давай. Аккуратненько, аккуратненько. Как говорится, в чистоте, да не в обиде. Да что происходит-то, а? Да выпусти меня уже отсюда. Красавчик, а? Бориска. Никитос, здорово. Дружище, вот тут флешка, короче, здесь все доказательства для полиции на этих... Передай, пожалуйста, им, окей? Поверить не могу. Там вон еще их подельница. Так что смотри в оба, окей? Хорошо. Давай. Я здесь полицию. Спасибо. Береги себя. Пошли. Аферисты, которых разоблачили ребята, сволочи опасные. Особенно их главарь Марк. Все, что он делал, он приносил людям несчастье. Дал работу Никите, а потом сделал его должником. Выкупил долю в квартире и наплевал на второго собственника, на Филиппа, сделав его жизнь невыносимой. Не глядя на то, что Филипп инвалид с детства. И я рад, что закончилось все хорошо. И, кстати, за Филиппа тоже не стоит переживать. У него все получилось. Он успел взять кредит и выкупил долю у афериста. Знаете, главное, все мошенники должны отвечать за свои действия. Вот как-то так.